мою точку, где стабильно можно набрать много интересных пробок, под сельпо заложили ветками. Ну, потому что оргии тут происходят. Ор, драки, пьянки людям мешают с соседних домов. Но это ненадолго, по-любому разгребут, повыбрасывают эти ветки. Всем привет! Суббота, самое утро. Захотел супа с ребрышками из горохового. В общем, вышел в магазин с самого утра и ковырнулся в земле возле сельпо. Как видели, там прикрыто. Вот маколонеска, интересно. Сад, ну, сад поцарапанный. Вот эти вот ножиком пришлось ковырять. Потому что ногтями не вариант, блин, потом отколупывать грязь. Вот, львовская. Ну, это лежало вот так вот. Поднял, думал, какой-то бонус, но не выбрасывать же уже. Пусть будет. Гримберген. Ну, поднять приятно, вот что-то она не выменивается. Ну, европопса. Еще одна такая, это вот ковырял. Как вы поняли, в общем, начинаю новую серию охоты. Поехали. Ну вот, они приблизительно так лежат в земле, чтобы колупать. Ну, конечно, за такими я не лезу. Вот гримберген, кинсбридж, конечно, можно и достать. Так, для супа ребрышки куриные, крылышки куплены. У меня не так суп интересовал, как посылочка. Очень интересная посылочка приехала. В алкашни субботник сегодня. В общем, старые пробочки. Забираю, будет в следующем видео. Кто не подписан, тот пропускает. Посылочка на базе. Ну, понятное дело, мне не так супа захотелось, как увидеть эти пробочки. Поэтому с самого утра подорвался. Смотрите, увидел, бутылочка лежит. И я вот так вот сбоку заметил. Вот это то, что я заметил. Ох ты, это даже лучше, нифига себе. Я думал, две такие. Вот она. Да, вот это нормально, нормально. Тоже идет в обмен новая оболонь. Видите, какой дизайн? Я уже показывал ее. Так, кто-то там может сказать, что сам бухает почти в каждом видео, а людей обозвал алкашами еще находки. Ну так я ж бухаю под вечер, и чтобы настроение поднять, они просто с 8 утра заливают сливу, чтобы каждый день бухать. То есть целый день быть бухим. Есть разница. Ну, как бы я тоже алкаш. Просто уже в 8 утра не заливаю сливу. Вот такие находочки. Но это, конечно, огонь, огонь. Еще одну в земле увидел. По-моему, 305 львовская. Ну да. Но они уже закончились. Уже не закрываются ими. Сейчас бы не поднял, а когда-то она закончится и вспомню про нее. Эх, выменял бы. Ну так выменяю. Вышел в магазин, зашел на почту, забрал посылочку с обменом, с коллекционером. Смотрите, и на парапете буквально на одном поднял вот такие вот две интересные. Но я, конечно, такие не коллекционирую. Но если бы это было кронен пробочка, было бы симпатично. Это типа пивной напиток или типа этого гаража от Славутища. Короче, для школьников, малолеток, от полтав пива. Ну и вот такой, он даже с проволокой, сидре. Постараюсь разогнуть. Так, и увидел в листьях, то есть в траве, какой-то бонус. Или бердическое, или что-то поинтереснее. Очень интересно. Так, ну, лежи дальше, в общем. И восьмерка. Ну, не всегда же должно вести. Кстати, общались с этим коллекционером во время обмена из Днепра. Он говорит, у нас нету сколько пробок, у нас чисто. Чисто потому, что дворник убирает каждое утро. А здесь, ну, это же не за сутки, не за неделю набросали. Видно, что еще, наверное, с прошлой весны. Ну, вот такая уборка. Никто за этим не следит, никто их не дрючит. Ну и зарплата, соответственно, маленькая. Какая зарплата, такая уборка. Так, набираю такие оболони, потому что они, походу, скоро закончатся именно. Потому что есть уже ободок золотистый. Ну и другие находки, так себе. Балтику тоже нагребаю, потому что это на девятке сейчас. А тройка должна быть в основном на тройке. Тройка не самая популярная, поэтому пригодятся, наверное. Но это такие версии пока. Точно не доказано. Ну вот здесь, например, стоят ящики для мусора. Чистота, что здесь только весна насыпает пыльцы.
Смотрите, что поднял. Лежал вот так вот под магазином, в довольно-таки людном месте. Но не поленился. Подошел, нагнулся и бэмс. Ну вот видите, моя теория работает. Можно поднять чисто белую, а можно какой-то бонус. Ну это не самое редкое, но приятно поднять, если кругом восьмерки, там периодические баллони, то такую нам очень даже приятно поднять. Скидочка на пиво такая у меня есть. Друг подгонял, кто помнит, много. Такая тоже есть. А вот такой нету. Айнбок. Но вся проблема в том, что это крепкое пиво. И здесь алкоголь 8,5. Ну, то есть цена со скидкой, но не люблю я такое давиться, что ради пробочки не хочу. Помог дворнику под АТБ. Ну, стандартный ассортимент публики, которая под АТБ бухает, вот такое вот. Типа пиво. Ну и вот про эти баллоны рассказывал. Вот поднял. Это в коллекцию идет, кстати. Вот такой цвет, видите? И вот отличается. Да, в принципе, видно. Думаю, что вот эти закончатся, потому что здесь лак еще есть. А здесь просто краска. Краска же дешевле. Это же баллон. Поэтому набирайте, уже рассказывал. Новые пробочки. Это старая. Тоже симпатичная маска налезла. Так, ну вот это вот получше. Или, ну, в общем, новая. Новая всегда симпатичнее, чем старая. Хоп-гоблин по распродаже. Ну, это уже последние 5 бутылок. Они тут уже давно стоят, наверное, больше месяца. Такие я уже собрал, такую серию. Мне бы за Golden Ale, золотистые, но... Походу, не знаю, будет завоз или нет, если эти распродают, и то их, видите, слабо покупают. Поднял вот такой урагань. Через пару метров, смотрю, лежит еще что-то такое похожее. Ну, было лень, но все равно присмотрелся. Бэмс, Миколанецке. Но это получше, чем урагань. В новости взял себе пивка. Завтра уже плюс 15, отличная погодка. Взял Sweet Tourist и вот такой вот. Миколанецкая пробочка, кстати, другая. Медовая. И львовская темный лев. Прикольное карамельное пиво. Схожу завтра в лесок, пожарю шаурму на мангале. Так что подписывайтесь, чтобы не пропускать видео. Прошелся по урожайному маршруту от Новуса. И вот под этим озером с этой стороны прошелся туда-туда. Хотелось бы еще с той стороны, но, видите, все лавочки заняты. Показываю. Ох и улов, ох и улов. Смотрите, одна жменя. И вторая. Короче, ну, конечно, не все интересно, но вот такая вот черниговская, безалкогольная. Что еще? Много восьмерок, львовских. Вот черниговская, бронзовая. У меня на районе... Только одну поднял, а здесь целых 3. Ну, наверное, сюда завезли партию. Так, перша приватна. Ну вот, стелла безалкогольная. Шейк. Белый медведь. Арсенал. Восьмерка. Сад. Ну, конечно, чуть покоцанный. Еще одна. Но это потрепанная. Кстати, только одна у меня в коллекции. Даже нечего предложить европейцам. Но теперь уже хоть 2 обменяю. Днепровская чайка. Роберт Домс. Не часто попадается. Черниговская. Вот янтарь, смотрите. Светлый. Вообще очень редко попадается. Ну, купить можно. Я говорю про поиск. Черниговская. Еще одна чайка. Некоторые из земли выколупывал. Саммерсби. Арсенал. Восьмерка. Вот Миколанецкая еще одна. 305. Черниговская. Зиберт. Еще одна такая. Чуть покоцанная.
Так, сад. Шейк, восьмерка. И Таллер. Таллер вообще нечастый гость в хит-параде. Последний раз, наверное, год назад его находил. Тоже из земли колупнул. Не знаю, продается он или нет. И восьмерка. Ну, вот такой уловчик, считаю, неплохо. Иду еще, ну, с этой стороны вряд ли пойдусь. По дороге домой, может, что-то покажу и будем прощаться. В поисках чего-то интересненького можно даже использовать вот такие вот подручные способы. По-моему, черниговская металлика. Ага, ну вот, бронзовая редкая, а вот таких металликов полным-полно. Кстати, я повторяю постоянно одно и то же. Ну, просто много людей, которые случайно переходят на это видео, они же не знают, что я коллекционирую пробки, там, что я из Киева и тому подобное. Поэтому у меня крыша не поехала, я повторяю, потому что не все люди в курсе. Да, сегодня день удачный. Я уже думал, ничего интересного не будет. Но находки все лезут и лезут. Черниговская, Шейк, Балтика, Кингсбридж, Айс, Миллер. Что-то Миллер давно не находил. Может, уже не продают. Это тоже, видите, старый, обогревший. И вот такую поднял Риздвиана. Кстати, опять коллекционер же из... Опять же, коллекционер из Днепра говорил, что к ним не завозили вот эти вот пробочки. У них в Днепре были старые с фольгой. Ну, в принципе, у них три завода, может, из Запорожья с фольгой делали. То из Днепра напишите, правда или нет, или он, может, невнимательный. Так, ну, и такое. 305, шейк. Ну вот, еще баллонь возьму. Еще вот хайк. Короче, нужно показывать. А, и вот еще такую. Просто поднял ее 3 недели назад, где-то 4. Ну и после этого больше вообще ничего не было. Я уже начал переживать, что в Европу ничего не поедет. Но, видите, прошелся по другим местам и есть. В общем, покажу все, что нагреб за сегодня. Вот весь улов за один день. Эти я поднял раньше, ну, такие особенно приятно поднимать. Это, кстати, пойдет в коллекцию Гримберген, у меня такой нету, нужно отмыть ее. Польская. Фрайды тоже улетит. Ну и эти черниговские. Конечно, большая часть это попсятина, но тоже выменивается. Плюс слепые обмены никто не отменял. Ну и бонусы я добавляю коллекционерам, да, 5-10 штучек. Ну а такую особенно приятно поднять. Не то чтобы она прям сразу улетит, но... Поднять приятно. Это официально отправляется в коллекцию оболонь. И это тоже купил все-таки. Сидр. Яблочный от оболони. Сидрами особо не увлекаюсь, потому что если много их перепить, то голова будет бобо. Оп. Вот такая пробочка. Симпатичная. Ну что, прощаемся. И глоток делаю за вас. Вкусненько, вкусненько. Прикольный сидрок. Всем спасибо, всем пока и до новых видео.